Всем привет и добро пожаловать! Сегодня будет особенный ролик о любви к себе, такой необычный формат. В суете дней так важно уделять внимание себе, переключаться и отдыхать. Такой подход лично мне помогает эффективно работать, вести домашний быт, уделять внимание семье и выстраивать качественные отношения. Поэтому один день я посвящаю себе. Конечно, различного рода дела тоже имеют место быть, но стараюсь их в этот день свести на минимум. А вот всяких приятностей побольше. У меня нет стабильного графика таких дней, поэтому я стараюсь переделать какие-то дела и спланировать так свое время, чтобы иногда уделять максимально себе время вот в отрезке одного дня. Итак, вступительную часть я закончила, теперь покажу, как примерно выглядит такой день. Утро всегда начинаю со стакана воды натощак. Эта привычка работает у меня уже несколько лет. Удобно в этот момент подумать о важном. Например, мысленно выразить благодарность всему, что есть в моей жизни. Это помогает мне испытывать приятные эмоции. Особенно я это практикую либо когда меня переполняют сильные, яркие эмоции, и в этот момент мне хочется выразить эту самую благодарность. Либо когда, наоборот, я себя чувствую подавлена, какое-то отчаяние, и вот тут я включаю вот эту благодарность, чтобы сконцентрироваться на тех плюсах в моей жизни. И мне это помогает не унывать, не жаловаться, а жить дальше и радоваться мелочам. Ну а далее классика жанра – гигиенические процедуры. Иногда я делаю легкий массаж щеткой для хорошего кровообращения. Между делом я стараюсь поддерживать порядок. Например, умылась и сразу кран протерла от капель, убрала все на места. И, конечно, зарядка. Правда, не каждый день, но часто. Обычно я ее делаю в ванной перед зеркалом в белье. Ну а для видео я переоделась и делаю уже после гигиены. Но, думаю, суть утреннего ритуала получилось передать. А далее завтрак и чуть позже чашечка ароматного кофе. Теперь я готова продуктивно работать или отдыхать. Сегодня же мой день. Я сегодня планирую сходить к косметологу на массаж, расслабить мышцы лица и получить удовольствие. Обычно такая процедура дорогая, в среднем 1500 рублей, иногда гораздо больше, но мне она обошлась с огромной скидкой благодаря сервису Биглион. Я уже давно им пользуюсь и думаю, вам будет актуальна эта информация и очень полезна. У Биглиона огромнейший ассортимент сферы услуг, магазин и прочего, где вы можете круто сэкономить бюджет и воспользоваться интересными предложениями, получить качественную услугу. Регистрация простая. Для начала вам надо выбрать свой город, а далее следовать инструкциям, и вот вы в мире умных трат. Пользоваться сайтом очень просто и легко. А еще есть мобильное приложение, поэтому выбирайте, что вам удобнее. Как этим пользоваться? Ну, во-первых, на сайте простой, удобный, понятный интерфейс. Вы выбираете нужную категорию, смотрите, какие есть акции и предложения в вашем городе. Я же хотела себя порадовать массажем лица и выбирала в разделе «Косметология». Из предложенных вариантов выбрала интересную мне процедуру, обращала, кстати, внимание на отзывы, цену и расположение. Каждая услуга, которую вы просматриваете, она подробно расписана, что в нее входит, время и так далее. А далее, когда вы уже определились, просто берете, покупаете купон, выбираете удобный способ оплаты, лично мне проще через QR-код. И мы
моментально оформляете покупку. Обязательно нужно сохранить этот купон, там номер и пин-код. Это нужно будет показать поставщику услуги, как подтверждение. Вообще этот купон приходит вам на почту, которую вы вносите, когда регистрируетесь на этом сайте. Кстати, пока выбирала себе массаж, нашла предложение по аренде жилья у нас в Калининграде. Вы иногда спрашиваете, где лучше остановиться. У меня нет такого списка, но вот обратите внимание, если вдруг собираетесь к нам приехать, можно найти выгодные варианты отдыха с хорошей скидкой. А еще есть развлечения для всей семьи, питание и так далее. Там тоже есть интересные купоны с хорошими скидками. И так в любом городе. А еще есть скидки для разных магазинов. Вообще это очень круто работает. Вот рекомендую вам пользоваться, если еще не знали про этот сервис. Можете прямо сейчас посмотреть, что есть выгодного и нужного в вашем городе. Ну а я поехала на процедуру. С утра было солнышко, а сейчас тучи и дождик накрапывает местами. Но при этом тепло и такой особенный аромат мокрого асфальта, травы. Меня немного унесло в детство ассоциации. В общем, я добралась до салона, где оформила процедуру. Мне, кстати, разрешили поснимать, и мне понравился салон, такой уютный, небольшой, продуманный дизайн, ничего лишнего. Но главное, это мой предстоящий релакс. Сначала косметолог очистила лицо, а далее самое приятное – массаж. Параллельно она консультировала меня по уходу и некоторым процедурам. Я частично включу озвучку. Я бы вам сделала бы мистик. Мы немножко бы раздренажировали, чуть-чуть бы приподняли бы носогубочки, потому что немножко уже идет обскание. Очень хорошо это, вот этот биоревитализант поднимает веки. Чуть-чуть вот прокалываешь. Здесь это вот кто блефаропластику не хочет. Знаете, у кого под нависание уже есть. Кто ботокс вот у меня не хочет, тот тоже. Я прокалываю лобик. Прям смягчают вот эти складочки. Очень хорошо. И вообще такое, знаете, прям лицо становится отдохнувшим, красивым, осветление идет. Как вы уже поняли, она рекомендовала мне биоревитализацию. Признаюсь, я вроде сначала загорелась, но как-то боязно что-то колоть в лицо, поэтому пока не тороплюсь с этим, вот просто собираю информацию. А уже после массажа мне нанесли маску на 15-20 минут, и все, моя процедура закончилась. Только что вернулась домой, решила сразу с вами поделиться. Девочки, я под таким впечатлением от этой процедуры, до сих пор я ощущаю действие массажа, хотя прошло уже примерно 2 часа, потому что я еще после косметолога заходила в книжный магазин, и пока добралась до дома, в общем, около 2 часов прошло. Но я до сих пор чувствую вот это расслабление, невероятно. Именно когда делают массаж, ты понимаешь, насколько напряжены мышцы лица и как они расслабляются после. Такое состояние отдохнувшее. Правда, я сегодня весь день посвящаю себе, и я запланировала всякие дела, которые будут полезны и приятны для физического состояния, и для психологического. Поэтому, может быть, в целом я себя чувствую отдохнувшей, но реально от этого массажа это просто какой-то кайф. Плюс, конечно, кое-какие моменты обсудила с косметологом. Отдохнула на славу, и, конечно, спасибо сервису Беглион, благодаря которому мне эта процедура обошлась намного дешевле, чем если бы я вот так ее покупала. Плюс всегда есть возможность открыть для себя нового специалиста, новое место. В описании я вам оставлю ссылку на сервис Беглион, а там уже, исходя из вашего местоположения, вы можете посмотреть, какие акции и выгодные предложения есть в вашем городе. Будь то косметологические услуги или любые другие, потому что, еще раз, у Беглион такой широкий ассортимент категорий, где вы можете круто сэкономить семейный бюджет и получить качественную услугу в любой сфере, будь то развлечения, отдых, косметология и так далее, я вам уже показала.
Вот вы знаете, насколько удобно, выгодно просто пользоваться этим сервисом и потом получать удовольствие. Еще раз, вся информация и ссылочка будет в описании. Ну а я сейчас переоденусь и продолжу уделять внимание себе. У меня по плану дальше фильм посмотреть, книгу почитать новенькую. Кстати, сейчас вставлю кадры, как я ходила по книжному магазину, выбирала эту книгу. Ну, в общем, продолжу свой день. В магазине я купила две книги и начну читать уже сегодня, но чуть позже. А сейчас меня ждет черешня и интересный фильм. Уже вечером мы с Мишей отправились на нашу пешую прогулку. Мы каждый день гуляем, и я уже не могу без этого. Сегодня посетили парк с необычным концертом. А уже после прогулки, когда мы вернулись домой, я уединилась на лоджии и погрузилась в сюжет новой книги. Обожаю аромат новой печатной продукции. Правда, я люблю и электронные книги читать, но вот бумажная версия – это своя изюминка, свое очарование. Кто у меня тоже такие любители ароматов и бумажных книг? Кстати, на днях в своем телеграме я делилась этой покупкой, и были обсуждения авторов, произведений, так что кому интересно, заглядывайте и подписывайтесь. А сейчас время вечернего ухода, и пока еще светло, решила полежать в ванной. Кстати, не часто вот так нежусь, обычно просто душ. Поэтому, когда получается выделить время, то организую полную программу. Свечи или одна, или несколько, бомбочка, которая делает воду красивой, мягкой и ароматной. А далее под умиротворяющую музыку я погружаюсь и расслабляюсь. И про скраб не забываю. Ну а теперь, особенно после ванны, самое время горячего чая с лимончиком. Уже говорила ранее в других видео, как мы любим нарезать лимон кружочками, присыпать сахаром и в прикуску с чаем. На этом я заканчиваю этот влог красоты, любви, заботы о себе. И, девочки, призываю вас обязательно уделять время себе, потому что мы создаем вокруг себя атмосферу спокойствия, гармонии, порядка, любви, красоты, нежности и тому подобное. И чтобы этим всем делиться со своими близкими, мы должны напитывать себя этим. Все начинается с нас самих. Поэтому сначала надо позаботиться о себе, и только тогда мы сможем заботиться о близких наших. Все, я очень рада, что вы сегодня заглянули, провели этот день со мной, досмотрели до конца, слушаете меня вот прямо сейчас. Я вам в ответ хочу поставить лайки, сердечки, уж некуда. Хотя нет, я вам ставлю лайки на ваши комментарии всегда. И также мне будет очень приятно, приятны ваши сердечки к этому видео, вообще к любому моему видео. Я хочу вам пожелать, конечно же, крепкого здоровья. Делайте такие вещи, которые вызывают у вас приятные эмоции. Все, жду снова к себе в гости. Не забывайте, заглядывайте. Всем пока!